когда мы начали встречаться с моей теперь нынешней супругой, она сказала: ничего не знаю, у меня должна быть дом в горах, собака и лошадь. В принципе, это есть. Как глава семьи мне нужно было как-то задумываться о тех вещах, о чем мы будем зарабатывать. Сфера туризма нам понравилась. Нам нравится показывать наше что-то, нам нравится общаться с людьми. Собственно, и хостел мы выбрали не гостиницу, а хостел именно почему? Потому что это максимально потоковый народ, и все-таки общение в это происходит с разных регионов. То есть можно путешествовать двумя способами: сам, либо по рассказам других людей. И это тоже не менее интересное путешествие. Я сельский, то есть я села, из типичного села. Им в селе цели маленькие, стабильный доход, крепкая семья. Это есть. А хочется большего. То есть хочется именно вот когда напротив, в заброшенных селах загорит огонь навсегда, тогда я скажу, что все, можно помирать.